Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по нему регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня мы будем открывать автокейсы и будем надеяться на то, что мне выпадет какая-то крутая машина. Я себе очень сильно хочу Rolls-Royce. Короче, что я хотел сказать. То, что сегодня мы будем открывать автокейсы. Именно автокейсы, мотокейсы я не буду открывать, потому что мне они не интересны на данный момент. У меня получается 4000 доната, и сейчас мы будем покупать эти кейсы, кейс Marvel, ну вот автоящики, короче. Если я буду так их покупать, это будет очень долго, поэтому я ухожу на паузу. Вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Все, не прошло и 3 года, я купил эти кейсы, 50 штук на данный момент. Вот видите, я их покупал. Ой, ну что, давайте открывать. Надеюсь, то, что нам хотя бы какая-то машина выпадет. Вот реально, я на это надеюсь. Если нам ничего не выпадет нормально, то мы просто просрали 2000 доната, которые можно перевести было в деньги. Вот 2000 доната, вот сколько это денег, давайте просто посмотрим. Вот перед тем, как мы будем открывать, вот просто посмотрим, сколько это денег. У меня, конечно, еще 2000 осталось, но это 20 миллионов, пацаны. Давайте открывать кейсики, повезет нам или нет. Так, открываем. Снеговик, нихуя себе. А, кстати, этот скин, по-моему, дорогой. Подожди, это скин же снеговик? Нихуахуа. А я не знаю, вроде он дорогой или нет, а я не помню. Не, ну, уже неплохо. Ладно, идем дальше. Так, бронзовая рулетка. Бронза. Вот хочется реально машину какую-то выбить. Но, мне кажется, нам не повезет, конечно. Хотя, короче, я не знаю, пацаны. Надеюсь, что нам все-таки какая-то машинка выпадет. Эффект X4 пополнения счета. 24 часа. Нихуя себе. Я, конечно, не донатер, но эффект 4X пополнения счета. То есть, X4 донат? Ебать. Я не знаю, сколько это круто, но звучит неплохо. Так, бронзовая рулетка, обратно. Ну, блин, дайте мне машинку, пожалуйста. Серебряная рулетка. Наркотики. Талон обратно. Обратно наркотики. Так, серебряная рулетка, талон обратно. Лен. Можно автомобиль, пожалуйста, любой. Просто любой автомобиль хочу. Так, наркотики, талон. Белый, что там было? Что-то белое там было. Что это такое? Можно получить только у нас для крафта. Или купить на рынке. Чего? Что это такое? Типа фонарь какой-то? Какая-то хуйня выпала, не знаю, что такое. Так, металл, лен. Так, семейный талон. У вас нет свободных слотов в инвентаре. Да ты заебала, блин. Ладно, сейчас давайте я почищу и вернусь. Короче, я почистил, выкинул все ненужные там номера. И у меня есть уже много места, по-моему. И мы можем еще открыть, получается, 6 ящиков. Кстати, я вот понял то, что мне, типа, выпадает для недвижимости всякие там улучшения. То есть у меня есть, получается, вот столбик, который светится. И теперь мне еще мангал выпал. То есть это маппинг, получается, я выбил. Ну, прикольная такая тема, то, что отсюда выпадают не только машины. Я думал, отсюда выпадают чисто машины там какие-то. А тут разные, и скины выпадают там, и еще что-то. Давайте, я думаю, 10 еще купим. Я не хочу весь донат тратить, потому что я боюсь, что у меня ничего не выпадет. А так я хотя бы хоть немножко себе ставлю, чтобы у меня еще деньги были. Все, давайте открывать. Так, наркотики обратно. Серебряная рулетка. Талон. Бронзовая рулетка. Серебряная рулетка. Одни рулетки выпадают. Лен. Так, бронзовая рулетка. Ну да. Семейный талон. 1 XP. Бронза. Не, нихера вообще не выпало, пацаны. Я не буду тратить остальной донат. Я хотел сегодня открыть 100 штучек, но я так подумал, то что, скорее всего, мне, к сожалению, ничего не выпадет. Но мне кажется, я и так неплохо поднял. Просто я не знаю, сколько скин такой стоил. Ну, точнее, стоит. Сколько вот такой вот скин стоит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто я видел такие скины, и мне кажется, он стоит там, ну, не знаю, может, 5 миллионов где-то. Возможно. Я просто точно не знаю, поэтому напишите мне в комментариях. Так, у меня тут аксессуары еще всякие валяются. И напишите, сколько стоит вот эта вся дрочка. Вот, видите, какой-то мангал тут. Красный мангал у меня тут есть. Потом скин этот я выбил. Так, вот это тоже надо заюзать. И еще у меня такая вот темка есть. Эффект X4 пополнения. Я его трогать пока что не буду. Мне кажется, это крутая штука. X4 пополнение счета у меня есть, которое я могу там в любое время использовать, когда я захочу. То есть, допустим, я буду донатить там 100 рублей, а у меня будет 400 рублей, да? Ну, то есть, реально, мне кажется, очень полезная темка. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!